Батухасиков поздравил ребят из Калмыкии, которые вышли в финал 10-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Нашу республику на чемпионате достойно представила команда добровольцев регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они победили в 6-м республиканском чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Пожарная безопасность». Ребята впервые участвовали в этой дисциплине и показали хорошие результаты. Не только вышли в финал, но и попали в топ-15 лучших команд в своей компетенции. Был рад встретиться с участниками и их руководителем Хонгаром Атхоновым. В теплой дружеской обстановке поговорили о планах на будущее, мотивации и выбранной специальности. Ребята также рассказали про свои занятия и физическую подготовку. Пообещал помочь им с экипировкой, чтобы тренировались усерднее и достигали новых вершин. Уверен, чемпионат станет для них хорошей возможностью приобрести необходимый опыт. Желаю успехов и новых побед, заключил глава региона.